Добрый день всем, кто очень любит рукоделие. Сегодня мы ведем нашу трансляцию с нашей студии рукоделия Гелиона, поэтому девчонки сегодня выбрали для себя такой вид рукоделия, как создание топиариев, деревьев счастья. Вот они определились уже с цветом топиария. Каждый определил для себя, какого цвета, какой цветовой гаммы будет у них дерево счастья. Пенопластовые основы у нас есть, на которые мы будем крепить данные цветочки. Есть у нас листочки, которыми мы будем декорировать наше изделие. Стараются мои рукодельницы, чтобы удивить всех посетителей выставки в Handmade Fashion, которая пройдет 14 и 15 апреля с 12 до 19.00. Каждый день будем мы встречать вас, любителей рукоделия. Около 30 ремесленников со всей Белоруссии будут участвовать в выставке. Онлайн будут проходить мастер-классы различные. Будут также создавать моделей в авторских изделиях парикмахеры и визажисты. Это тоже можно будет наблюдать в режиме реального времени. Программу выставки можно будет посмотреть буквально через сутки в моих социальных сетях, поэтому не упустите возможность посетить праздник рукоделия. Будем рады всем ценителям Handmade. Итак, до встречи, а мы будем удивлять вас своими изделиями, созданными нашими руками. До встречи! Мы прощаемся с вами, но ненадолго.